Черный внедорожник, пушка в целлофане. Фильм не криминальный, так вот живут в Казахстане. Учиться не станем каждому. Здорово, братик. Здорово. У тебя есть что попить, не? Здорово, да, есть. У меня есть румынская водичка. Давай. Сегодня гелик с румыном снимали, он забыл. Липецкий бювет. По-моему, классное что-то. Понятно. Блин, БМВ говно. Ну чё? Да чё, вон будущий Hot Rod. Ага. Техничка бодрая. Продам по дешманку. Нифига, здесь его уже вы от это самили. От это самили, да. О, нифига, здесь такие последствия такого колхозного ремонта, да, смотри, какая трещина вообще. Тут еще на самом деле забавно стоечка, видишь, как крепится. На болтах-то? На винта, на шурупах, если быть правильным. Да, на шурупах, а здесь, короче, она на гвоздике была, короче. Да. Унгар. Да, реально на гвоздике. Смешно. Причем здесь еще, знаешь, я не знаю. Причем шурупы, знаешь, такие. Угу, надежные. Причем интересно, это америкосы поели уже наши, и смотри, какой оловяха. Да, скорее всего, уже, наверное, что наши воели. Ну да. Че, где волшебник-то? Слушай, волшебник там что-то сантехача ковыряет. А, БМ говно? О, нифига. Так что, надо уже это самое, на самом деле, взрывать, тебя ждем. Че меня ждать? А ты же на БМ говно. Ну, я не так, чтобы любитель-то полностью БМ говна. Я, ну, сантехача-то мы взорвем, конечно, БМ говно. О, волшебник. О, нифига, ты уже приступил. И снова в чистом. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А мы только в чистом, заметьте, не пачкаемся. Да, да. Да, аккуратно работаем. Ювелирно. Это ты сейчас на что намекаешь вообще? Так для сравнения. Ну ладно. Ну что, будем взрывать бошку, не дожидаясь перитонитов. Есть что сказать сантехачу? С Богом, Сантехович. Хранит тебя. Мы будем, Сантехович, сейчас искать и менять крестовину фановой трубы в одном из твоих цилиндров. Керосинович сегодня бодр, готов к взрыву, готовится к сракерской поездке в Псков, судя по всему. Поедешь на открытие сезона в Псков-то? Конечно, Васян с оборотом шаманит тоже. Ну, набор инструмента. Ну, меня кто-то хочет. Ладно, пойду отвечу. Что-то у сантехача весь в пуску, в говне. Ну, в масле, в сране всякой. Я сказал, у сантехача весь в пуск, как БМВ. Ну да, тут что-то он, какие-то, смотрите, сталагниты, сталактиты. А там... В системе охлаждения. Вот это, да. Короче, беда здесь. Я понял. Ты понял, почему мне письма не доходили? Я сейчас переслал тебе, и опять одно отправилось с моей коронной фразой. Но я доеду до ноутбука и отправлю. А в чем проблема была? Не знаю. Странно. Короче, ты опять отправил, опять отправилось одно. Из 10 вложений отправилось одно почему-то. Ну, это все потому, что iPhone. Да я даже страшно не скажу. iPhone? iPhone. Не свет, пожалуйста, да? Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не лишайте его света. Зависит на сосед. Ну, здесь мы не предусмотрели в этом его работу. Так здесь и не надо. Но. Это как... место вообще такое разбора, творческого разбора. Творческого разбора, да. Так сказать, место, где работают акулы-ростовщики. Да. Последняя инстанция. Да? Да. А там свистит что-то. Это СМС-эска. СМС-эска. Ну ладно. Ну что, а как общее впечатление от мотора сантехача? Многие хотят знать, это же все-таки секретный гараж в Купчино. Говно. Слышь. У тебя есть БМВ? А, ну да, есть. У тебя не все, но как бы частично. Братиш, главный ингредиент есть. Братиш, а подними, пожалуйста, свое боди, я с переноской схожу, короче, к коллектору. Господи, коллектор. Ну, не ну коллектор. Давай, иди к коллектору. Ну, к части его. К
части его. Посмотрю на дроссельку. О, не, ну тут все не так ужасно, как могло было бы быть. Да, но это только тут, потому что сейчас ты там осуществляешь взрыв. Да? Я не знаю, что могу сказать. Ну что ты мне можешь сказать? Я тебе могу сказать вот что. Ну и что? И что? И что? И что? И что? Ну, говно. Ну, говно, это еще ничего. Основной ад вот в той части коллектора. Ну, давай, нам нужно сегодня диагноз поставить обязательно. Диагноз? Чтобы понимать, что делать. Диагноз всегда. Мотор на стол? Мотор на стол, понятно. Ну? И что требуется еще? Мотор? Мотор? Универсальная штука. Деньги? Мотор и деньги. Деньги и мотор, мотор и деньги. Мотор и деньги, больше ничего не надо нам. Да, и еще, кстати, три смесителя. Три смесителя. Обязательно. Это мы смешаем, так? Намешаем, то есть, да? Намешаем. Отлично. За моральный ущерб? О, нет, просто чтобы было. Ага. Угу, болтики. Интересно, Ирка смотрит? Да, думаю, да. Смотрит. Смотрит, да? По-моему, смотрит. Надо передать привет. Ирин, мы передаем тебе привет. Сейчас самый рукожопый механик секретного гаража в Купчино занимается разборкой твоего мотора. Можно мне свет? И говорит, что это BMW говно. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас. Вы бы хоть парировали, что вы не рукожопый механик, а рукожопый и все остальные вокруг вас. Я не собираюсь никому ничего доказывать, что-то показывать. Обещать. Просто буду косипорить, как и прежде. Да! Я понял, хорошо. Еще какие-то жалкие 21 болт. Мне бы туда бы руки потоньше. Руки потоньше? Да, лапки катать. Ты меньше занимайся Гелендвагеном. Упс. По-моему, у нас проблема. Это у вас проблема. У нас все нормально. Я хочу сказать, что Антонио под чутким руководством и контролем очень хорошо все делает. Прогиб защиты. Отлично. Да? Так, это, короче, ест. Это что сейчас такое было? Это было. Кстати, волшебник, я вам хочу сказать, там уже появился кофейный аппарат. Я хочу сказать насчет этого кофе. Так. Я скажу даже, что кофейный аппарат у нас есть другой. А где он? Он у нас здесь в тайном месте. А. Тайное место мы завтра распечатаем. Там не только. Тайное место это, так сказать, под облаками, которые. Нет, нет, нет? Это здесь за углом. За углом. Да, слушайте. Вот так вот, вот, вот. Да не, ну за углом. То у них сейчас лицо другое было. Конечно, что? Короче, ну, кофейный аппарат у нас какой-то фирмы Мелита. Фирма Мелита у нас есть кофейный аппарат. Он такой, он более офисный. Ну, вот мы с него будем кофе пить. А вот с того Лавацци, который там. Это, кстати, не реклама. Лавацци говно, кофе, мне не нравится. Мы с него пить не будем точно. Слушайте, коли шансы на нуле, ищет златые в зале. У вас деньги есть на кофе? Так и скажите. Нет, я могу сказать, что мы-то кофе будем. Зачем платно? Для себя же мы продавать-то не будем. Но кто хочет, чашечка 50 рублей. Заезжайте на кофе. Сейчас извини, пожалуйста. Сейчас извини. То есть ты сейчас прогнал такую телегу. Он же тут, значит, поселится. Сейчас подожди. Господи, подожди. Значит, ты прогнал такую тему, что, значит, кофе как бы, ну, мы будем пить кофе, естественно, да, оно будет бесплатное. Да. Но если кто-то захочет... Как глубоко ты задумался. Да-да-да, то 50 рублей. Нет, я обычно люблю цепляться к мелочам. То есть основные вещи надо решать на берегу. Вот давайте спросим, Керосиныч, ты хочешь кофе? Я не пью кофе. А что ты пьешь? Горячий шоколад. Окей. Чай. Короче, мы идем кофе пить или нет? Пойдем. Все, го. Го. А что, шоколада или чая нет, что ли? Мы придем, братиш. Я электрик, я покажу тебе, как ГРМ выставлять на этом говномоторе. Все, целую. Волшебник, слушайте, мы пока идем. Давайте проведем богословскую беседу непосредственно об Эйфеле, потому что многим будет интересно, как у нас нынче обстоят дела с поиском наличия, отсутствия заднего моста, рамы, дрыгателя и каёпки. Я вот здесь вообще подумал, мы же можем, конечно, извратиться и взять старый Чирокез, не париться и поставить сверху Эйфель.
Чирокез? Чирокез. Рядная шестерка. Ну, это будет, конечно, пошловато. Хотелось бы, это будет очень пошловато. У него, что-то. Ну, у него спереди совсем другой мост. Да. То да. есть мы не в стайле останемся. Как бы, если все остальное может остаться в стайле. Я, кстати, нашел Соболя. Если так вот про Соболь говорить, что кто советует. А Соболь тоже подвеска там передняя, пружинная. Да, тоже пружинная. Но задняя. Если совместить задний мост Соболя с передним мостом. Газели. Газели, да. Ну, тогда просто гемора будет меньше, если будет задний мост от Соболя. А хочу, какие геморы? Разварки и разварки. Да. Короче, что быстрее появится, на переднем мосту стопуда от газели. 100%. 100%. У тебя деньги или флешка? У меня деньги. Ну ладно, у меня тоже деньги. Кофе и правда говно. Мне аппарат не долил. Ну чё? Клапанную крышку снимаем. Момент истины. Блин. Блин. Нифига ты смотри. Ничего себе. Сантехыч. Угли. Да, здесь какая-то беда вообще. Реально. Смотри, волшебник, здесь ад какой-то. Вот чисто на клапанной крышке ты посмотри просто. Капипоц. А что это такое? Нагар такой, что ли? Ну, нагар бы, она ништяк так погрелась-то. Дай-ка сфоткаюсь. За инстаграмить хочешь? Как говорится, ты знаешь, когда шашлык жаришь, забыл про него, ушел. Ну да. А потом то же самое. Фото с механиком. Ого. Классно. Ну, слушай, на самом деле, как сказал бы Васян, мотор на стол. Ну, Опа, это что такое? Сейчас подержи, братиш, подержи, пожалуйста. Это что такое? О, нифига, такие выработался ты на валу. Смотри, какая выработка. Не. И как-то тут суховато, мне есть ощущение, на самом Очень деле. Очень суховато как-то. Очень сухо. А где масло себе? Можно просто... Нет, сколько стоит она уже? Ну... Стекло все? Знаешь, это анекдот, да? Блондинка говорит, стекло стекает. Нет, ну она сколько у нас стоит уже? Недели две? Ну, я на самом деле все хочу сказать. Я думаю, что взрыв пора продолжать. Что? Не, надо снимать дальше, конечно. Ну, понятно, что мы сейчас все снимем. Ты отправил Сантехыч? Сейчас отправлю. Сантехыч? Не расстраивайся. Рано или поздно это происходит с любым обладателем БМВ. Рано или поздно. Капитал. Электрик, я шоколад горячий хочу. Автомат там. Ну, что тебе сложно принести, что ли? Оу! Ну, что ты? Сейчас возьму. О, сейчас волшебник наколдует. Ты счастливый. И мы счастливы. Что с тобой без нас? Что, надо башку снимать, что? Да, да. А чё, коллектор нет, это самое. Сейчас то самое. Сейчас то самое? Ну, прикольно. Грустно все это. Да. Как это? Жизнь боль, когда мотор плывет. Давай еще раз. Давай в рифму скажем. Чё? Сейчас, подожди, нет, надо страшнее. Давай 3-4. Жизнь боль, когда мотор в ноль. Фига ты съемный такой. Я увлекся, ладно. Ну ладно, что, продолжаем взрыв. Я предлагаю попить кофейку, короче, ты шоколадику. Да, да. Да, и продолжим взрыв. Давай посмотрим, что. А, ну ему, короче, хана. Оу, Сантехыч. Я бы назвал это закупоркой. Слушай, а что он такой? А, так он, смотри, ну-ка, а что это за белый фломастер? Так он, походу, бэушный здесь стоит у Сантехыча. Ну-ка, разверни ко мне маркером. Не, другой тем. Это же, смотри, это же пометки еврейских, евроавто. Ну, похоже. Походу, да. Ну, короче, термостату капец. Да, ему. Так и что, он у него часто грелся? Ну, подогревалось. Вот Ирина ездила, и у него как-то периодически так грелось. А еще, вы удивляетесь, почему такой вообще на клапанной крыхе беда такая? Это все болтики, да? Да, вроде, да. Тынс. Сверху. Все, ништяк. Сверху, все, ништяк. Ну что, отстреливаем. А?
отчпокнулась. Что у нас тут? Ну, сухо и комфортно. Да, прокладос нужен новый. Успокоитель. Ну тут не все так плачевно, как кажется. А цепочка ништяк? Ништяк, да, натянута, слушай. Ну че, да. О, а здесь кто-то побывал или что это такое? Это что такое? Что это такое, братиш, я не вижу. Да, я что-нибудь говорю. А, нет, просто кокули. Это кокули, да. Кокули, кокс, короче, срань господня, да, такая? Да, вообще дикая. Моторы так, BMW, ну чё, говно. Так, ну чё, дальше, всё. Чё, шестерню на? И как бы... Чё на? Ну, в смысле, отстреливаем шестерню. Ага, ну да. Всё, и будет позитив. Будет счастье. Сантехович на связи, что говорит? Сантехович в шоке. Я думаю, он сейчас сидит в магазине и судорожно сжимает какую-нибудь муфту. А мы сейчас узнаем. Сейчас я ему отзвонюсь. Может, мы на телемост выйдем? Так на сказать. Телемост с Сантеховичем? Да. Он сейчас не очень может говорить. А-а. В шоке. Я понял. Он потерял дар речи. Ну, ничего страшного. То есть ты хочешь сказать, он не сможет больше говорить 9-3-0-0-3-9-3? Я нашел место, где не сухо. О, где влажненько. Где влажненько? Влага, да. Хорошо, когда влажненько. Да, в щеленьке там мокро. Это по Сантеховичу. Слышите вы, гаражные извращенцы. Ой, в этой щели тут мокро тоже. Да? Ну, мокрая щель. Лучше бы на распритва валу так было мокро. Крутите, мужчины. Что? Взуть? Что у нас? Я вот смотрю сейчас, братиш, на тебя и вспоминаю свое самое-самое первое образование. Какое? Я был слесарем. Я был слесарем. Да. Но потом тебя перешиндарашило током, короче, и ты стал электриком. Да? Да. О, буньк. Это, кстати, очень важная штука. Мы будем выставлять ГРМ по ней. Да. Да. Там все? Да. Все? Ну, нет. Просто сейчас надо успокоительный тоже отвернуться. Держать. Если не сойдет. Я думаю, что сойдет. Это же BMW. Оп. Опачки. Вот такие цепочки ходят очень амадолго. Не то, что нынче, короче, на вагах. Да. 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 Ну чё, отворачиваем Башкортостан? Да. Надо только эти самые отвернуть сейчас, пластиковые башмаки. Ну, башмак, успокоитель, всё это. Да. И... Братиш, лицо. Взрыв! По-моему, была хорошая шутка, нет? Ну, кстати, ему пора бороду отращивать. Кстати, да. А то, что ты как-то не в теме. Ты не в теме, братиш. Я не в теме, не. А что ты? Ты? Меня домой не пустят. А что, татары против бороды? Что татары? Что татары? Я не понимаю. Нет, ну у тебя лицо не очень русское. Ты себя в зеркало видел? Русский. Да я по ситуации. Я по ситуации. Сегодня русский, завтра еврей? Да, по ситуации. Вот волшебник тоже. Кто по национальности? Никто не знает. Если так, то вот сразу видно, что по пустыне людей водил. Вот так вот. 40 лет вообще. Дед Хавпек. Дед Хавпек – это ваш родственник. Он тоже татарин? Дед Хавпек? Я не знаю. У нас. Так. У нас больше цыганского, могу сказать. Раскрою небольшую тайну. А что ты без гитары? Ладно. Я с конем. С конем. С двумя. Выйду ночью по воле с конем. А, это не цыганская песня. Это любая, да. Любая. Чавайл это, знаешь, у нас. А скажи что-нибудь по-цыгански, кстати? Не скажу. Я понял. Сейчас попробуем. Кто-то. Братиш, там, попробуем. Сейчас еще раз, братиш. Кора там. Ты просто, ты кьютек. Ну ладно, нагуглишь потом, ладно. Че?
Кьюте, ХП, блин. Ну ты мажешься вообще сейчас, я чувствую. Просто мажешься. Я просто не понимаю, что тебе надо. Мне нужно, чтобы ты активнее крутил болтики. Слышь, возьми ты покрути. Я не могу, я электрик. Это твоя уже старая отмазка, она уже на самом деле не прокатывает. Ну до сих пор прокатывала. Нет, все, хорош. Вообще всегда так было, смотри, двое руководят, волшебник и электрик руководят. Понимаешь, и только американский актер Вениамин Тони Соляра. Единственный человек, который может что-то делать руками. Пусть криво, пусть рука жопа, но делай же. Ой, ну ладно. На правду нельзя обижаться. Ну, во всяком случае, теперь понятно, что прошло какое-то время. И более того, стали известны подробности о BMW Сантехыча. Сантехыч, твой BMW когда-то был красным. Ну, не весь, но, во всяком случае, левый стакан и левый лонжерон, и, короче, левый брызговик был Сантехыч красным. А потом, вероятно, какие-то столбы или другие препятствия стали на пути у этого замечательного компакта. И он стал черным. Но это нормально, потому что небитых BMW не бывает. Помимо прочего, уже, так сказать... А, ты уже отвернул, да? Да. Ну чё, рвём голову? Мы, по-моему, всегда это делаем. Давай. Опа. Только нежно, нежно, братюнь, нежно. Оп, оп. У меня есть один вопрос. А? Выпускной коллектор. Чего? Отвернул? А, выпускной коллектор. Слона-то я и не приметил, короче. Нет, братиш, я выпускной коллектор не отвернул. Может, ты это сделаешь? Я в белом. Я электрик. Я был в молодости слесарем третьего разряда, потом техником, электромехаником. Потом пошел, получил одно высшее образование, потом другое. И все это для того, чтобы вот сидеть, блядь, здесь с тобой, в секретном гараже, и отворачивать голову с BMW говно. Вот и скажи, тебе нужно было высшее образование? Да. Потому что я... Потому что по-другому, типа, не сидел бы в секретном гараже здесь, не отворачивал бы голову. Не-не, хотя я... ты не отворачиваешь голову, мне кажется. Что ты мразишь? Да я тебе толкну умную мысль. Знаешь, какую? Ну-ну. Я когда-то встречался там по делу с начальником РУВД, там одного из районов, не будем палить контору. И вот этот замечательный полковник мне сказал одну умную вещь. Или полковница. Полковник, братиш, полковник. Сказал не очень мудрую вещь. Он сказал, что главное достоинство хорошего руководителя – это сделать так, чтобы все работало без его присутствия. И у меня иногда получается, поэтому я здесь с тобой. Че? Я понял, ничего. Ты на что сейчас намекаешь? Я ни на что не намекаю, я толкнул философскую мысль. Угу. Не сервис работает, я здесь, что? Философ. Дай на 12 головку, пожалуйста. Ты задачи ставишь. Среднюю. Если бы у меня была третья рука, тебе под какой? Мне среднюю. Под какой квадратик? Под средний квадратик. Дай, давай, пожалуйста. Ну что ж, приключения продолжаются. Ой, займемся тем, чем мы занимались последние пару часов. Да, свет верни, пожалуйста. Кофейку. Пока я ходил, короче, пить кофе, этот что-то уже электрик крутит. Я просто не хочу здесь сидеть, братиш. Сейчас, между прочим, Георгий Александрович выполняет практически невыполнимую миссию. Как поступил бы любой нормальный человек? Он бы загнал автомобиль на подъемник. Снизу бы отстрельнул штаны от коллектора, и все бы пошло наверх. Но мы же находимся в секретном гараже в Купчино, и мы не ищем легких путей. Вот, поэтому... Я не понимаю, почему я это делаю? Ведь тебе за это платят, понимаешь? Ну, ты же не хочешь просто сидеть долго в секретном гараже. А, то есть ты специально делал все долго-предолго, чтобы я, короче, так сказать, помолясь, взялся за работу? Не, ну ты что, меня... Ну, видишь, у меня же опыт, у меня же...
было много BMW, поэтому я часто выворачивал выпускные коллектора. Кстати, то есть тебя жизнь ничему не учит, да? Жизнь ничему не учит. Ну, тут можно сказать, жизнь ничему не учит или постоянство признак совершенства. То есть два варианта. Ты уверен? Абсолютно. Сантехович, привет. С тебя еще один смеситель. Только что. Хороший смеситель хорошей фирмы. Не керамический, сразу хочу сказать. Потому что керамические смесители в наших условиях и с нашей водой не живут. Даже с хорошими фильтрами. Я делал просто пару ремонтов в ханах, я тебе Была бы с нами рысь, он бы сказал, искорик! Рысь, ворота, она езда. Ну, реально, братиш, это последняя нижняя шпилька, потом только верхняя. Короче, самое сложное, я отворачиваю. Ты просто покажи людям, я просто как спальня. Ты нижние отворачиваешь? Ну, конечно, ёпта, нижние. После твоей истерики, как бы, я, конечно, отворачиваю нижние. Потому какой что... моей истерики? Ну, ты... БМВ говно. Так это факт. БМВ говно. Вы просто не умеете их готовить. Их не умели готовить еще, между прочим, на заводе БМВ. Да-да-да. Ну, вас хотят. Мы почти отвернули. Ну, бывает что. Опять я тыкать туда придется. Кого возможно, там? Пальцами. Ты сегодня не едешь. Алло? Натягивать тросик. Нет. Нет, это, кстати, волшебник твой. А, волшебник? Скажи, да. Что я выполняю твою работу. Да-да, тут электрик в моторе. А, да-да, хорошо, да, окей. Окей. О, да-да, хорошо, давай. Ты не поверишь, братиш. Чё? А, отвернулась даже не шпилька, ну, гайка отвернулась. Без шпильки, то есть шпилька на месте осталась, я гайку выворачиваю. Ну, мистика. Короче, это самый там волшебник с Антехачем поболтали. Угу. Надо будет. Сейчас башку снимем. Опа. Список прокладок, короче, всего того, что надо. Короче, я гайку вывернул нижнюю, последнюю. И она, к сожалению, упала на землицу. Кстати, возможно, что... Наверное... Ух, нихрена, какой чумазый. Нормальный бред. Возможно, что это будет не только список прокладок, но просто-напросто новый мотор. Блин, я реально какой-то чумазый. Слышишь, а что у меня, борода? Я тебе предлагал компрессию померить. Ты говоришь, взрываем. Я, кстати, тоже склоняюсь к новому мотору, потому что я тебе, знаешь, что хочу показать? Сейчас я, короче, сниму. Все, братиш, здесь уже несложно. Верхний отворачивай. Там ну, сейчас осталось три штуки. Дай-ка я покажу народу. Смотрите. Чувачевы. Здесь просто видите, вот у Сантехача вот это вот отверстие сливное. Вот оно. И там уже вот вся срань, говно, песок, короче, не сливается. Нормально, здесь да, что-то вот есть. Это, вот это вот мои перчатки, а вот это вот перчатки электрика. Потому что я аккуратный. Давай, братюнь, время. Крутим. Три шпиля осталось, как бы, и все, и башка отпадет. Ну вот. Главное терпение, спокойствие и усердие. Я всегда это говорил. Все получится. Жрать хочу. А, что ты на меня смотришь? Ты меня не сожрешь? Я на самом деле сейчас бы позвонил Сантехачу и сказал, Сантехач, вези нам... Мясо! Мясо! Тебе бы он привез халяль. Кого? Мясо есть такое татарское. Халяль. Как ты заебал. Между прочим, знаешь, вот... Откуда да? Ты все это знаешь? Может, ты татарин? Нет, братиш, у меня просто ты широкий... какие-то фразы на непонятном мне языке говоришь, мясо какое-то, которого я не знаю. Братиш, я люблю свинятину. Братиш, у меня широкий кругозор. Да? Да. Ты же знаешь, я же сериалы пишу для говноканалов. Татарские, что ли? И для татар. Не, на татарских что-то не кондо. У них там деньги есть, но там, понимаешь. Ну, долго рассказывать, короче. Все, отстрелил? Почти. В общем, говорил и продолжаю говорить. Спокойствие, трезвость мысли, усердие. Да.
В этом плане субарист очень хорош. Вот Васян вокруг Субару бегает, бегает. А когда доходит дело до того, чтобы двигатель перебить, опа, все должно быть четко. Что? Ничего. У меня уже спина устала. Так а что, еще не все, что ли? Да она какая-то дурацкая. Длинная. Надо вернуть до конца. Сантехович, все будет огонь. Да, да. Да. Новый мотор нахер. Ну подожди ты. Сейчас нам откроется истина, мы сейчас снимем башку. И... Сантехович, это была последняя шпилька. Ну что, ты готов? Давай, братюнь. Тачку тюнь, братюнь. Доставай башку, скоро гоняться. Июнь. Осторожно, что ты? Подержи вот это вот. Ну, мне чем? Каким? Я членом, что ли, буду держать? Давай, подожди. Давай, подержу. Аккуратно. Да. Блядь, тут вообще срань господня. Братиш, а ты патрубок сзади отсоединил? Нет. Нет, да? До него не добраться. Братиш. А! Ну, аккуратно, ладно. Ну чё ты такой агрессивный сегодня? Блять. Ебать, вообще ты монстр. Теперь до него можно добраться. А, окей. Я хочу сказать, что там пиздец. Да? Чё там? Полный, блять, ад, ёпта. Тихо. Нихуя себе, блять. Пиздохин швайны, блять. Ничего. Ну так оно заржавело, да, хули. На-на-на-на-на. Давай отстегивай патрубок, блядь, потом вскроем и посмотрим. И она, короче, походу башка отреснула. Смотри. Где? Ну я сейчас не вижу, где, блядь. Ну давай, сейчас посмотри. Я патрубок сниму. Да, давай. Видишь какая-нибудь линейка металлическая, еще какое-нибудь говно. Че-нибудь найдем. Давай поэтапно, сейчас я. Давай, отстегивай патрубок. Патрубок отстегивай. Сантехович, ну ты понимаешь, да? Что Ирка тебя кастрировала. Ну, рано или поздно это вполне может произойти с любым водителем BMW. Да. Например, у нас это не пугает. Тебя это пугает? Меня нет. У меня есть Франкенштейн, я ничего не боюсь. У тебя так же нет. А? Я шучу, братья, шучу. Ну, кстати, надо съездить за вторым мотором М70, потому что он же у корешей румына лежит в гараже в купе. Надо съездить забрать. Надо. Помнишь песенку Стацуры? Ты где, брат? Я в руле. Ты где, брат? Я в руле. Да. Мне кажется, сегодняшний вечер... Она сюда не подходит. Что не подходит? Это песенка. Тут надо по-другому. Ты где, брат? Я в башке. Ты где, брат? Я в говне. Слушай, на самом деле, ну сегодня вечер откровения Сантехыча. BMW на самом деле красная. О, отстегнул? Да, мне что-то пропечаталось в руку. Ну, это нормально. Ты же механик. BMW пропечаталось в руку. Давай, нежно только доставай. Нежно, братюнь. Да. В башмаке осторожно. Сейчас я тут спереди зайду. Уа-та-та-та. Пиздос. Вау. Сначала не очень грустное. Отверстие закоксовано. Ничего никогда отсюда никогда больше не сольется. Так. Тут тоже какой-то вон канал. Забит канал. Ну, слушай, его так часто много перегревали. О, смотри, дырка в клапане. Дырка в клапане. Ну все, два прогорело. Ну вот. А где ты говорил трещины? А я предположил, что учитывая такую историю, что вполне могло быть. Ну, клапанам хана. Однозначно. Есть линейка, давай хоть как-то примерно примерим, блядь, голову повело или нет. А я пока. Давай, подожди, давай посмотрим. А что тут смотреть? Снимай прокладус. Давай на прокладку посмотрим. А что на нее смотреть? Сейчас, братишка. Ну, как бы. Бедная. Ну вот. Братья, не испачкай меня, можно я сейчас подойду? Правда.
Ты где, брат? Мы в аду, мы в аду. Не, ну слушай, здесь, короче, по-моему... О, она ездила? Че ты? А что тебе не нравится? Да нет, ничего, все здорово. Не-не-не, я думаю, что здесь, короче, помыть, пронуть, здесь еще при это самое, притрется. Да? Да. А, ну... Блядь, руки пачкать опять так неохота. Че тут у нас? Че тут у нас? Че тут у нас? А может быть и нет. Ну, надо, короче, попробовать все вот это говно отмыть, если не отмоется. Мы же сантехачу типа по минималке, то есть по лайту. Так-то понятно, как бы, что уже сказали бы, что мотор на помойку. Ну, не на помойку, короче. Точить, пилить. А так, может быть, еще и может быть. Ну, что делать-то будем? Что делать, что делать? То же, что и всегда. Чинить. Ну, на самом деле, по-умному, я думаю, что проще. Проще еще одну голову купить, потому что здесь же, смотри, распредвал вообще потасканный, вообще пожоганный, попиленный. Ну, неизвестно, что там с седлами еще. Ну, седла-то, да, как бы. Ну, клапана новые. Клапана новые, понятно. И, ну, самый гемор, что мне не нравится, это что башка является частью постели, как бы. И если там что-то запилено и зажевано. Ну, я бы на самом деле вообще бы мотор бы поменял просто, потому что, ну что, надо на самом деле помыть эти самые поршневую, посмотреть, что там вообще со стенкой. Ну да, дай, пожалуйста, перенос. Ну, я не знаю, братюнь, ну реально, можно, конечно, попробовать помыть, продуть, покрутить руками колено, если зеркала как бы еще остались, как бы вот это все говно отойдет от них. Есть масло, кстати, какое-нибудь? Там... Давай что-нибудь маслище нальем сейчас. Ну, они, ну, я не знаю, я вот, ну, был бы мой мотор, я бы мотор бы поменял. Ну, это понятно. Это понятно. Ну, здесь выработка тоже есть. Есть ступенька? Да. Большая? Ну, она небольшая, конечно, но точнуть-то можно. Точнуть. Качнуть. Слышишь? Да, слышу. Ну, у тебя же руки-то гидравлические, ты же дизель, ты же можешь металл ногтями снимать. Ну, понятно, братюнь, короче, на сегодня все, с диагнозом понятно. Сейчас уже надо варить. Надо, да. Все, тем более, даже ермольник сегодня что-то покрутил, это редкость. Валим? Валим.